привет! Сегодня у нас в обзоре будет втулка от отечественного бренда, а именно от бренда Stress. И как вы уже догадались, речь пойдет об их задней втулке Disco. Давно у меня просили, чтобы я высказал свое мнение по поводу деталей Stress, но мне нечего было говорить, так как у меня не было их деталей. Но с недавнего времени я обзавелся их втулкой, катаю на ней уже полтора месяца, и сегодняшнее видео можно будет назвать даже таким обзором-отзывом. Ладно, давайте приступим. Начну я с цены. Сейчас даже в кризис, в стресс-шопе, эта втулка стоит 6990 рублей, что очень дешево. И что мы получаем за эти деньги? В первую очередь хочется отметить японские подшипники и их супернакат. По сравнению с моей бывшей втулкой Kaeya Greenhound, это просто небо и земля. Честно, я долго не мог поверить, что подшипники так сильно влияют на накат, но это действительно так. Далее, про болты. Здесь они на 14 мм и вкручиваются в 17-мм ось, что дает вам более надежную фиксацию пег, и такая система по факту даже получается крепче, чем цельная ось. Драйвер. Он имеет 4 длинных, независимых друг от друга собачки, то есть под каждой собачкой есть своя пружинка. Также драйвер установлен на подшипнике скольжения, который легче и прочнее, чем обычный. Вес втулки тоже радует, он составил всего 455 грамм. И, конечно же, внешний вид, на который, я знаю, вы в первую очередь обращаете внимание, это уникальный дизайн граненой втулки, который придумал Ваня Николаев. Втулка выглядит реально очень круто, особенно в цвете Oil Slick, прям так переливается. И тут я хочу вам рассказать одну небольшую историю. Вот недавно на съемках Fujema, обучалке Fujema, я поехал в Кёльн, в рампу, и там один немец, когда увидел мою втулку, увидел, как она блестит, мерцает, тут же подъехал ко мне и начал меня уламывать обменяться на свою. У него тогда была втулка Eclat, по-моему, Калибри. Вначале подумал, что он шутит, но потом, когда он еще целый день продолжал меня доставать, уламывать, тем самым мешал съемкам, я понял, что он серьезно был готов махнуться. Собственно, итог. На мой взгляд, втулка получилась очень прочная, так как у нее болты на 14 мм, вкручивающиеся в 17-мм ось, японские подшипники, хороший драйвер с 4 длинными независимыми собачками на подшипнике скольжения, который, кстати, у меня еще ни разу не проскочил. Также легкий вес, низкая цена и красивый уникальный дизайн. Я даже сейчас и наперед себе хочу уже такую же втулку. В общем, я свой выбор сделал, им полностью доволен. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой втулки, можете писать какие-то свои отзывы. И как всегда, кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на канал на YouTube, на новые обзоры, обучалки. С вами был Дима Гордей. До новых встреч. Пока.